Привет, привет всем. Надеюсь, слышно и видно. А сигареты Zoom мерят, видите? Я их искал уже, блядь. Где только не искал, нигде, блядь, не нашел. Смотрю, короче, стоит мужичок и достает сигарету, ебать. Я смотрю, у него, блядь, пачка Zoom мерят. Я думаю, бля, не принципиально, подойду, стрельну, нахуй, одну сигарету. Вот чисто на пробу, потому что мне очень было интересно попробовать. Вот. Хоть у меня там, может, и дома есть что-то курить, но не важно. Я все равно, думаю, подойду, стрельну. А, потому что где я их еще потом найду, нахуй. Короче, это мы что-то маленько разговорились. Я говорю, где вы их купили? Я говорю, блядь, и почем? Он говорит, я вообще в интернете их заказывал, короче, говорит. А, я говорю, сколько, рублей 80? Он говорит, 100 рублей пачка. Ну, это компактные. Вот, насколько я знаю, бывают еще большие king size. А, в итоге я стрельнул. И, значит, он говорит, 100 рублей на каком-то сайте заказывал. Что-то табак.ру, там, я не знаю какой. Фильтр обычный. Табак курит хорошо, кстати. Сейчас я не буду при вас курить, сейчас я нажму на паузу, потому что за 5 секунд с первой затяжки не поймешь. Я сейчас их покурю, и через сколько-то минут я скажу отзыв. Че, это нормальная вещь или нет? Все, нажимаю на паузу. Короче, и того, что мы имеем по этим зумерам, сигаретам. Блять, наверное, одни из лучших сигарет, которые я курил за последнее время. Реально, блять, хороший, блять, реально достойная вещь. Прям табак чувствуется, все хорошо. Нет такой химозы, блядь, по башке не бьют. Как вот ебаные всякие Camel, Parliament и Marlboro, все что угодно. Сейчас все захимичено. Просто в говно, блядь. Сейчас вот любую марку, наверное, уже все, блядь, химикатами пропитаны насквозь, нахуй. А, эти по башке не бьют, табачный вкус чувствуется. Они очень приятные в курении, блядь. Вот этот Zoom, сука, я бы если нашел, я бы купил. Но у нас, сука, нигде вот его не продают вообще. Несколько киосков облазил, блядь, где продают контрафактные сигареты, блядь. Ну, контрабандные, там, неважно. Нигде нет таких вот именно. Но он, говорит, с интернета заказывал, я хуй знает. Вот этот зумер, это реально компактный, советую. А, сигареты очень хорошие, реально. Ну, блядь, для современного табачного рынка, я имею в виду, вообще, в целом. Конечно, в нулевых и лучше были, это понятно. Но вот сейчас что курить, это вообще прям хорошо. То есть, есть табачный вкус, а табак, видно, что какую-то химию добавили все-таки туда. Как минимум селитру для поддержания горения, это как минимум. Вот, и еще что-то. Но, как сказать, вкус не очень яркий, в принципе. И не сказать, что прям пиздец, какой аромат благородный, да. Но, блядь, все равно табак вот чувствуется. И нормально курить можно прям вообще. Лучше всяких там, блядь, поддельных кентов, парламентов вот этих, блядь, поддельных. Это лучше даже. Вот, и... Ну, лучше, чем всякая корона там и все, что в этом роде. Единственное, у них только один минус, минус то, что немножко быстро горят, нахуй, вот, то есть, по-любому, что-то для поддержания горения добавили туда, вот, и какая-то химия, нет-нет, да чувствует все равно, но не сильно, то есть, наши табачные компании сильнее захимичивают сигареты, нахуй. Вот, горят быстровато, да, это минус, но, блядь, в целом покурить, с одной сигареты накуришься, нормально, крепость идет на 0,6 никотина на компактную сигарету. Накуришься, то есть, и накуришься, но горят, даже несмотря на то, что быстро горят, в принципе, с одной сигареты накуришься, вот так могу сказать, и сигареты, в принципе, неплохие, но вот минус только один, горят быстро, вот, все, а так мне они, вот лично мне они понравились, вот, как-то так, все, пока-пока.